Битвы 4 на 4. Смотрите далее. Лучшие исполнители по версии рэп-турнира 4 на 4 собрались на одной сцене. Место встречи, как и всегда, клуб «Метро». Четверо финалистов проекта 9 Pro, Kim MC, Lia и Hody Art боролись за первое место и главный приз «Нетбук». Ну а пока ребята готовились к решающей битве, зрители разогревались на танцполе. Ну, специально приготовили для финала песню. Такую вот веселенькую, кочевенькую, позитивную, чтобы людям понравились. И, ну, уверены в своих силах и надеемся победить, в принципе. У ребят вообще как настрой? Настроение, ну, на самом деле, вообще боевое, то есть мы готовы на все 100%. Первым всегда тяжелее расшевелить публику, но ребята из 9 Pro справились с этим на отлично. И несмотря на то, что по программе было запланировано выступать только с одним треком, 9 Pro не могли удержаться и отыграли еще один. Следующей на сцену поднялась единственная девушка, которая прошла финал проекта, Lia. С мальчиком буду бороться, стараться новой песней, которую как бы еще никто не слышал. Как бы слышала только две моих подруги и все. Вот. Она как бы более такая веселая, рэп, вот, «Танцуй» называется. Ну, как бы, будем надеяться на хорошее, на самое. Не обошлось и без курьезов. Премьера новой композиции от Lia состоялась со второго раза. Первый раз девушка забыла слова. Понятное дело, столько эмоций, столько переживаний, но зрители всеми силами поддерживали Lia. После этого она передала микрофон следующим участникам, Hody Art и его боевому товарищу Мимо. Прошел финал, в принципе, этого и добивался, на это рассчитывал. Вот в финале, конечно, будет потяжелее, ребята, посильнее. Валят, конечно, неплохо, но у меня есть тяжелая артиллерия в виде моего друга. Это Мимо, это мой друг, это тяжелая артиллерия, город Гомель. Поэтому будет жарко, и посмотрим, кто победит на этот раз. Мимо, что-нибудь хочешь сказать? Я его поддерживаю, уважаю его творчество. Я думаю, будет все достойно. По крайней мере, будет все на уровне, все будет профессионально. Если не профессионально, то на фирменно, по крайней мере. Сделаем шоу. Здесь также не обошлось без приятных сюрпризов. Ребята исполнили два трека вместо одного. «Контактомания», с которой Hody Art и прошел финал, и новый «Этажи». Музыкальную эстафету у парней подхватил следующий финалист Kim MC. Я делаю ставку на свой трек, с которым я прошел финал. Я с ним сейчас буду. Программу не менял. Накал страстей достиг своего апогея. Теперь осталось выяснить, кому достанется главный приз. Судьи, они же зрители, бурно поддерживали своих любимчиков. С первого раза победителя определить не удалось. Второй тур голосования расставил все точки над «и». Победа за Алису и Lia. У меня эмоций очень много вообще. Я рада очень. Всем большое спасибо. Вообще не ожидала, честно.